Крупнейшие торговые сети России заморозили цены на продукты. Стоимость 20 видов социально значимых товаров останется прежней в течение 2 месяцев. Это решение было принято на заседании антикризисной комиссии российского правительства. Торговые сети договорились, что не станут повышать цены на товары в рознице и снизят ее, если опустится закупочная стоимость. Каждая компания должна самостоятельно определить список из 20 продуктов, цена которых будет заморожена. К социально значимым товарам относятся мясо, рыба, молоко, сахар, соль, подсолнечное масло, некоторые крупы и овощи. Мы спросили горожан, на какие продукты еще необходимо заморозить цены. На основные продукты питания – молоко, колбаска, пускай даже, пускай немножко доступная будет, потому что хочется ее тоже попробовать иногда. На хлеб самое главное, ну и на остальные продукты тоже. Молоко, хлеб, там крупы какие-то, наверное, на это нельзя. Продукты первой необходимости должны быть доступны любым слоям населения. Это прежде всего то, что советуют диетологи. Молоко, молочно-кислые продукты, творог. Хлеб. Молоко, творог необходим, соль. Да. Соль, вот именно, сахар. Все. Мясо, как, по крайней мере, потому что это как бы самые основные продукты. Крупы, ну крупы, да, как бы приемлемая цена. Хлеб, молоко.